Какая проблема нынче бабоньки, что мужчины просто прихуели. Главное, ничего не хотят делать, называют это отношениями, не заботятся сами по своей воле, не переживают, не спрашивают, есть ли что покушать, заплатила ли ты за квартиру, дорогая, есть ли тебе вообще где жить. Но они почему-то очень хотят быстро получить женщину в постели. И чтобы она еще, главное, пиздец, какая была опытная в этом. А то, родненькая моя ты чаечка ненаглядная, белоклювая. Если мне захочется о ком-то позаботиться, там спросить, есть ли тебе что покушать, где жить, там, да, я пойду на теплотрассу и обездоленным людям лучше дам там пятихатку, да, чтобы они там пошли тебе похавать, да бухнуть купили, как бы. Это доброе дело, но пойдет мне в карму. Не ради галочки, а просто для моего, как бы, удовольствия. То есть я люблю помогать людям, ну такой вот я человек. Вот, а вот по поводу, чтобы сразу в постель, да, максимум, что я сделаю, для того, чтобы женщина, точнее, могу сделать, это крайнее условие, чтобы женщина легла со мной в постель, если она там еще будет что-то выделываться, как бы, это ей немножко станцевать танец древних зусулов, знаете, такой, и то чисто ради смеха, и все.